Доброго дня всем. Сегодня 8 июня. Вот каштан. Такой уже такой тень хорошую дает. В солнечный день. Каштановая аллейка дает спасительную тень. Птички поют хорошо. Как они сплелись все. Еще цветут каштаны. В парке хорошо, конечно. Цветут еще. Небо сегодня чистое-чистое. Летают стрижи. Стол каштан. Сирень вся цветет. Такими гроздями большими. Хорошо на скамеечке посидеть в тенечке. Запах такой чудный. Птички поют. Такие грозди огромные у сирени, похоже. Гортензию. Можно взять книжечку, посидеть, почитать, послушать птичек, сирень, вдыхать запах. Сюда. Так и тянет к сирени. Такую красоту.
Такое стихотворение сейчас еще. Подари мне счастье, милая сирень, дай цветочек синий нежности своей, аромат вдыхая, я любовь ищу. О прекрасном мае молодом грущу, нитибель сиреневой дарят птицы трель, томная, пахучая, горькая сирень. Вот и я в смятении от красы твоей воспеваю звездную синюю сирень. Красиво здесь и хорошо. Всем доброго здравия, мира и любви.